обещал. Давайте посмотрим, так сказать, самую южно-западная часть Одесской области. Вот здесь мы увидим, сейчас я приближу. Это Измаильский район, город Измаил. Напомню вам, что все выбраны раз, два, три, четыре города. Это города областного значения, которые входят в Одесскую область. Ну и Измаильский район, город Измаил. 485 долларов за квадратный метр. И, соответственно, динамика такая же, как и в предыдущих трех областных центрах. То есть рост с июня месяца по практически февраль месяц, такой достаточно бурный. И потом мы видим тенденции снижения стоимости квадратного метра. В сентябре 2022 года 485 долларов за квадратный метр. Так что, друзья, вот смотрите, как сильно, очень сильно отличается, насколько неоднороден рынок жилой недвижимости одного класса, социальное жилье, в целом по одной только Одесской области.